Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики и гости моего канала, независимо от своего национального и религиозного происхождения. Добро пожаловать на мой канал, дорогие мои. Как известно, сегодня 1 июля, а это значит, что сегодня день бакинца, причем Всемирный день бакинца. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех бакинцев с Днем бакинца, независимо от его национального и религиозного происхождения. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Дай Бог, чтобы мы никогда не знали, что такое горе, что такое печаль. К сожалению, жизнь настолько коротка, что мы не знаем, что будет завтра. Да что там завтра? Мы не знаем, что будет с нами через час. Поэтому крепкого здоровья, благополучия нам, ну, в смысле, всем бакинцам, нашим родным, нашим близким, чтобы все было только так, как мы сами этого хотим. И в какой бы части земного шара мы ни находились, главное, чтобы мы никогда не забывали, что мы являемся бакинцами. К сожалению, бакинцев с днем ото дня становится все меньше и меньше. Еще раз всех с праздником, дорогие бакинцы. Как говорится, быть бакинцем – это гордость, быть бакинцем – это честь. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до свидания.